Всем привет! С вами рубрика «Не скучаем» и я, Белла Костромитина. Сидите дома, скучайте, сейчас я вас развеселю. Послушайте стихотворение Самуила Маршака «Птицы в пироге». Много-много птичек запекли в пирог. 70 синичек, 47 сорок. Трудно непоседам в тесте усидеть. Птицы за обедом громко стали петь. Побежали люди в золотой чертог, королю на блюде понесли пирог. Где король? На троне пишет манифест, королева в спальне хлеб с вареньем ест. Фрейлина стирает ленту для волос, у нее сорока отщипнула нос. А потом синица принесла ей нос, и к тому же месту сразу он прирос. Сидите дома и слушайте стихотворение вместе с НТС. Пока-пока!